In Mein Kampf, Adolf Hitler had written, when we speak of new territory, we must think of Russia. Destiny itself points the way there. My style is the best, and so I challenge you. To be a far different enemy than Hitler or anyone, including the Allies, expected. Всем привет! Я представляю лицо Гэнни Свейсного, уличный художник. Ваше внимание поставлено на это видео в качестве просто развлечения без заказов. Заказываю и принимаю. Подарочные заказы, романтические заказы. На костюмы, любовные печки на стену и так далее. Анонимно все это. Лица свое раскрывать не буду. Чем за третью тему? Это интересно слушать и смотреть. Что еще хотел сказать? Хотел сказать то, что можно и нужно вообще еще людей, кто бы умел рисовать. Не важно, сколько вам лет, не важно, чем вы до этого увлекались, не важно, чем вы сейчас увлекаетесь. Рисование это уже вас сделано, это уже у вас забито. Нужно собраться как-нибудь, если у кого-то есть желание. Вот здесь вот ссылка на мою страницу на Candy Sweets. В переводе конфета. Вот тут вы можете все узнать подробно о заказах, о стоимости, о работе. Мою работу увидеть по Миасу, в скетчбуках. И вообще как бы все вот остальное, все работы, все мое вы можете здесь увидеть. Что еще хотел сказать? Рисуйте, друзья, это очень хорошо, чем сидеть на лавочке и гонять молодых, рисовать, спать на заборах, или надо вот, мы его закрашиваем, ну вроде бы этого, мы это тоже, я это вот что, закрашиваем, относимся к этому негативу. Вот это все, мне больше нечего сказать. Рисуйте, друзья, рисуйте больше. Навык свой не теряйте. Работайте. До скорой встречи.